Для молодых начинающих спортсменов эта встреча уникальная в своем роде, ведь далеко не всем доводится пообщаться со спортсменом такого уровня лично. У ребят была возможность задать любой интересующий вопрос своему кумиру, и Сергей Макаренко охотно делился секретами, позволившими ему в свое время достичь высоких результатов в спорте. В далеком 60-м именно ему досталось первое белорусское золото в гребле, на каноэ и байдарках. Что такое гребля? Это выносливость. Это преодоление тех трудностей, которые создает природа перед ним. Они всегда присущи жизни. В жизни они всегда пригодятся человеку. Человек всегда сталкивается в жизни вот с такими природными явлениями. И они нужны ему для того, чтобы жизненные явления преодолеть. Встреча с Сергеем Макаренко прошла в теплой дружеской обстановке. Для некоторых спортсменов она действительно долгожданная. Они изучали биографию этого человека, равнялись на него, и вот он, шанс пообщаться с заслуженным мастером спорта в реальности. Этот человек очень много значит даже для меня. Я брала с него пример, то бишь хотела чего-то добиться, как он. Вот он просто для меня был эталоном таким. Как бы хотела добиться таких результатов, но, видимо, не получилось. Я надеюсь, что до наших деток это все-таки дойдет, что вот они тоже вот сейчас с ним познакомятся, более или менее наше поколение нынешнее, может, чего-то и добьется. Сергей Макаренко – занимательный рассказчик. К тому же поделиться мудростью житейской и спортивным мастерством этому человеку не составляло труда. Несмотря на то, что спортсмен недавно отметил свои 76, он по-прежнему занимается спортом, бодр, активен и чувствует себя чуть за. В рамках данного турнира, ну, это спортивное состязание, но оно необычное. Почему? Потому что в первую очередь здесь главная цель – пропаганда олимпийских идеалов. Иметь по жизни наставника – большое везение. В спорте без человека, на которого стоит равняться, тоже никак. Тем, кому сегодня довелось пообщаться с человеком дела, действительно повезло. Каждый начинающий спортсмен извлек из этой встречи свои уроки, которые, возможно, помогут добиться успеха и покорить вершину Олимпа.